нами направлена претензия с перспективой одностороннего расторжения. То есть если в ближайшее время подрядчик не применит все усилия к исправлению ситуации, соответственно, нами будет инициирована процедура одностороннего расторжения. Это более серьезные санкции с собой повлечет, нежели обычная неустойка. Все, которые были нарушения по состоянию на прошлую среду, они устранены. Но со среды по, соответственно, на сегодняшний день были также монтировано оборудование, которое не отвечает требованиям абсолютно. Подрядчик очень тяжело идет на связь, на контакт, поэтому, я думаю, имеет смысл общаться строго в законодательной форме общения претензионными письмами. При приемке работ будут приглашены и жители района, и депутаты, и представители средств массовой информации. Соответственно, секретов никаких нет. Могу сказать, что ни один элемент оборудования не будет принят с нарушением. Если будет необходимо, будет проведена дополнительная экспертиза. Хорошо. Времени остается мало, поэтому ускоряйте. Уже все, зима практически стучится на дверь, то есть, пожалуйста.